Всем привет! Есть у нас вот такой вот дачный домик, который мы хотим утеплить и переехать в него, жить постоянно, круглый год, зимой и летом. Дом небольшой, 6 на 7 метров. У нас нет газа, нет печки, топиться мы будем электричеством. Нам нужно максимально теплый дом. Посмотрев кучу информации, перерыв весь интернет, мы нашли такой замечательный утеплитель, называется Типофол. Не требуется никакой ветрогидрозащиты, то есть мы будем его крепить сразу на стены дома грибками. Вот мы его уже здесь начали раскладывать. И даже прикрепили уже первый лист. Утеплитель у нас 70 миллиметров. Для нашего дома, думаю, что будет более чем достаточно. Оставили тут места под грибки. Будем потом делать профиль и обшивать сайдингом. Есть вот такое замечательное замковое соединение. Вот оно как выглядит поближе. Вот. Феном строительным потом это все склеивается. С двух сторон у нас фольга. Рулоны у нас по 10 метров. 1,20 м высота. Для нашего небольшого дома нам понадобилось 15 рулонов. Но утеплять мы будем еще и под крышей.